Всем привет! У нас после Нового года остались хлопушки от фирмы Максим. Сейчас буду по одной доставать, показывать. Будем большой тест делать. Фирма Максим. Черная называется хлопушка. 15 рублей штучка стоит. Держи. Напарник у меня держится. Сейчас другую покажу. Вот тоже от Максим. С таким гномом, эльфом. Также все хлопушки по 15 рублей у нас. Горилла, видите? Прикольная такая. Держим. И четвертая хлопушка со снеговиком. Тоже фирма Максим. Вот шарики эти, конфетти. Шнурочек. Чё прикольно. Вот так. Там аж не видно. Аж вот тут вот. Пиротехнический этот заряд и чуть-чуть. А это все просто пустой корпус. У меня пальцем, видите, вау, залазит. Раньше здесь где-то делали, а сейчас так. Держи по одной, взрывай в ту сторону. Подожди. Фокус сделаю. Давай. Глаза только осторожно. Снежок полетел. Кидай на пол просто ее. Правильно, в меня. Покажи сейчас, кто у нас горилла. Кидай, стреляй. Ух, кидай опять ко мне. Ну, не по всему уж двору. Подожди, кто там? Гном. Давай. Сильно держи. Что, сильно держится? Ну, давай потом взорвем. Оставь, оставь ее. Это у нас, короче, для ребенка тяжелая оказалась гном. Просто хлопушка, да? Уху. Ну, опять гном пытаешься? А ну, нитка оторвалась, да? Давай попробуем эксперимент на пол и их ногой топнуть, как нам все рекомендуют. Но небольшой пук был. Юр, не раскидывай по всему двору. Давай, вот сюда. А, это у нас еще одна хлопушка, тоже со снеговиком. Но у нее косяк, вот эта вот нитка не вытаскивается. Поэтому мы тоже решили ее топнуть. Ох, даже огонек немножко был. Ну и что? Максим хлопушки оказались довольно-таки неплохие. Конфетти много. Одна бракованная и одна... Нет, две бракованные из пяти получились. Ну, все. На этом видео буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.